Друзья, приветствую на канале. Сегодня я приобрел себе помощника. У меня вот есть шуруповерт Makita. Еще есть лобзик, дрель. И сегодня я приобрел перфоратор. Мой старенький уже на последнем издыхании. Сегодня заехал, купил. Игрушка еще дорогая, но для работы нужная. Родом он из Китая у нас. Даже паспорт есть. Кстати, инструкция всего одна на русском языке. Комплект у Makita богатая. Упор, который как бы, ну, как шестигранник больше для чего не годится. Ну и вот сам перфоратор. Чем мне нравится у Makita, провода длинные, хорошие. В магазине уже проверил. Так, модель популярная. 2450. Шильдик покажу. Вот он. Извиняюсь, освещение не очень. Вот, хорошо видно. Аналогичный был у меня же 2450, а это 2470 модель. Будем сегодня трудиться. У меня вот фронт работ, гипсокартонные работы, дом Сталинка, кирпичные перекрытия деревянные. Вот эту красоту буду зашивать гипсокартоном. Тут уже где-то годик назад с небольшим мы работали. Вот. Вчера вот выставил часть профилей. И здесь еще получается вот возле санузла. Дом старый. Прихожая еще. Вчера вот сделал там профиля и вот эту стену целиком. Процесс долгий, стены здесь ужасные. И еще получается у нас будет кухня. Полностью тоже зашиваться гипсокартоном. Здесь вот есть ниша такая. Раньше здесь шкаф был встроенный, сабдеповский. Я не один. Тут у хозяев есть кролик. Красавчик. Ну все, приступаю к работе.